Че, сколько время-то? Копать пора, да? Копать пора. Сейчас просто куртки теплые пойдешь, потом, блядь, таскать ее там. Кого? Ну, не, я-то пойду обычный. О. Ну, надо градусы на улице. Ну что, потеплело, да, чуть 0 градусов показывает? На улице 0, а здесь нормально. Не, я говорю, потеплело. Сломался градус. Ну, ночью что-то как-то холоднее было. Время 5 часов 22 минуты. Ну, в принципе, можно пока чаю. Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Так, утришко у нас. Ночью мороз. О, был, вода замерзла. Иху. Раннее утро, идем до места. И тут хоп, и первый сигнальчик. Крепежечка была какая-то, по-любому. Вот посеребрение даже присутствует. В общем, вот такая шмурдичинка попалась. Экс-текс, где там? Да, она на сигнал была, на советинку. Кто там? Ух ты, 38-й год. 38-й. Сохранчик хорош. Приятно же, когда идут сигнальчики. Даже вот такие. Канинка. Такая вот прикольная. Но все равно приятненько. Шмурдяк, но приятно. Крупные, когда идут крупные вот такие сигналы. И это очень хорошо. И вот он ваш, невыспанный покорный слуга. Все, приперлись на место. Сейчас как раз вот только солнышко начинает сходить. Что-то нос заложило вчера. Немножко так это. Ребята, он тоже подтягивается. И сейчас будем приступать. Сегодня последний день. После обеда уже будем уезжать. Надеюсь, сегодня находочки будут тоже неплохие, как и те дни. Так что хочу порадовать вас и себя сегодня тоже. Так что вот так вот. Все, приступаем. И тут еще малышечный такой сигнальчик. В этот раз обычная, но все равно приятная. Пуговка, гирька. Без рисунка, без всего, но тем не менее. Находка знаковая и приятная. Опять поднимусь на склончике. У нас был сигнал. Похоже, ребят, была пуговочка. Скорее всего, мне кажется, серебряная. Даже. Должна быть. Не буду я сейчас мучить. Она такая с узором. Внутри пустотелая. По цвету очень похоже на серебро. Ну, явно это не алюминий. Вот. Потом помою, погляжу. В общем, вот такая пуговка. Жаль, без ушка. И очередной сигнальчик. Ну, похоже на пломбу. Сейчас посмотрим. О, ничего себе, ребята. Да, это была пломба, но какая-то, смотрите, вся такая имперская, да, вот. Там с какими-то надписями, с той стороны все. Здесь орел. Вот это да. Что-то, наверное, там интересное написано, не знаю. Но так не разобрать. Тут прикольная штучка. Ребят, кабанчики-то как помогают. Мы нарыли. И тут вот они. Помощь кабанчиков.
Появилась на белый свет монетка. По идее, должна, да, сохран вообще бомбически будет. 1895 год. Ребятушки. Сохранище, смотрите. Патинка. Патинка. Сверху, смотрите. Крыночки битые лежат. И прям рядышком вот сигнальчик. Ну, я понимал, что это не монетный, но все равно. Это, ребятушки, пуговка. Обычная, конечно, но берем. Все равно приятность. Так, что у нас тут в этот раз? Что-то непонятное. Сначала думал, какая-то буква. Ну, тоже, может быть, не... Вот. С ушками такими, два ушка здесь. Вот такая вот штучка, не знаю, как вот так она будет. Или вот так. Вот такая штуковинка. Назовем ее конина. Кто-то какие-то запчасти я пошел собирать. Такая вот. Ничего себе. Смотрите, какая прикольная штучка. Это да. Это прикольная такая. Я не знаю точно, но может быть маленькое колечко. Сейчас посмотрим, что это. Да, ребят, колечко медное. Такое маленькое. А вон там колечко было. Только сказал, говорю, монеточки где должны быть. И оп, сигнал. Ну, вроде, по крайней мере, по сигналу точно был монитос. Сейчас посмотрим. Ух ты, ребят, деньга. Это у нас деньга. Ну, сохран, понятно, здесь будет сохран. Очень здесь будет такой впечатляющий, можно сказать так. Сейчас чуть-чуть тиранем. Да, земля, видите, какая черная. Вот так вот. Большой наростик, но видно, он прям патина. Что, передышка была небольшая. И йогурт трепанул. Вот, ребята, смотрите, стою в большом фундаменте. Нашли фундамент здоровый, но его шурфить — это, конечно, убийство. Знаете, какой он старый? Здесь стоят вот такие вот деревья. Это все в фундаменте. Это офигеть. О. Ну, это мелочь. Вот он. Стоит. Фундамент. Ну, вот четко прям видно. Периметр фундамента. Вот. И прям в нем вот эти вот здоровые деревья внутри стоят. Этим деревьям-то уж больше 100 лет, стопудово. Они вот там за фундаментом такие же, они огромные. Здесь прям внутри. Ну, здесь все вообще, он прям вот он кирпич, видно, старый. Тут все в кирпиче, тут даже шурфить это нереально. Вот такие чудеса. Сейчас кружимся здесь пока. Эх, местечки-то вообще бомбические, конечно, красота. Ходим, гуляем. Ну и опять шмурдячок. Но зато, ребята, смотрите какой. Что-то от чего-то было. С узорчиком. Деньга. Денежка. 1735, что ли. Затерто. Голубо. Ребята, что-то такое, шмурдячок, что ли? Какой-то. Такая вот штуковинка. Какой-то колесик, что ли? Не пойму, честно сказать. Сигнал-то монетный был.
Вот такая штучка. Сегодня, похоже, день сопутки. Так, где? Вот. Колечко опять маленькое. Вот оно. Маленькое колечко. О, второе уже. И вот у нас тут, наконец-таки, полезный сигналец. Целый образочек. Беленький, с ушком. А, такой посеребреночка. Ну, у нас что-то, не знаю, что это. Ну, наверное, не монета. Сигнал какой-то был странный. Опять пуговица. О, да, сегодня на сопутку-то мне везет. Вообще. Наверное, сигнал был странный. А вот трюндель с охранчики будет. Вернее, он и есть. 1900 год. Ну вот куда же нам без советиков. Почистили немножко. Пятачочек. 32 год. С охранчики будет. Тоже похоже на деньгу. Но сейчас не ототрется уже. Да, деньга. Деньга, да, вот проглядывается. Вот. Старенькие монетки. О, как я ее натер. Вообще в идеале, смотрите. Трешка 26. Вот монеты все бы в таком состоянии были бы. Всегда. 1898 год, смотрите, копеечка. По сути, помыть водичкой только и все. И просто. Просто, можно сказать, в идеале. Так, поздний штампованный крестик, поздний, но все равно приятненько с ушком, все как положено. Когда целый, всегда приятненько. Ну что, ребята, на этой прекрасной ноте на сегодня мы заканчиваем. Сейчас перехожу на другую сторону и топаем до машины. Так как, по сути, уже вторая половина дня. Вот, будем собирать вещи и выдвигаться домой. Ну, вот такие вот несколько серий у нас получились разведывательных выездов. Считаю, что энергичные, в общем, они вышли. По находкам, в принципе, тоже, я думаю, что, ну, неплохо, нормально. Вот, и отдохнули, и по находкам, в принципе, все неплохо было. Считаю, что удачно сгоняли. Вот в таком эпичном месте я сижу. Ну, красота, ребят, красота здесь. Места, конечно. Ой, с камеру одел. Ой. Товарищ там только что проходил. Если бы сейчас шел, для масштаба я, видно было бы, какой он маленький. Ну, такой бугор. А на той стороне он там деревня. А дальше туда, там село огромное, но туда еще дальше идет. Наша точка сбора вот там вообще. Вот так вот. Ну все, ребята. Как всегда, с вами был я. Не забываем подписываться, кто не подписан, на канал. Делиться моими роликами со своими друзьями в социальных сетях. Соответственно, все полезные ссылки будут под этим видео в описании. Ну и не забывайте что-нибудь понажимать под этим видео.
Всем добра, хороших находок и до новых встреч. Пока-пока.